Радио «Вера» представляет. Сегодня, 26 июля, Церковь вспоминает отцов шести вселенских соборов. Собор Архангела Гавриила, святителя Иулиана, епископа Кинамонийского. Церковь созывала собор, когда требовалось разрешить какой-либо спорный богословский вопрос, сформулировать и утвердить тот или иной догмат христианского вероучения. На Вселенские соборы съезжались епископы и представители всех церквей. Постановления, принятые на соборе, записывались в книгу правил. Предшественником Вселенских соборов стал Апостольский собор, созванный в 51 году и отраженный в книге «Деяний святых апостолов». Только соборы обладали даром выносить безусловные, для всех полезные определения в области христианской веры и церковного благочестия в кризисные моменты церковной истории. Кроме догматической деятельности, святые отцы Вселенских соборов вырабатывали правила, которые упорядочивали церковную дисциплину. Церковь никогда не отступает от прежних догматических определений и церковных канонов, выработанных на соборах, и не заменяет их новыми. Прославляя дела отцов шести Вселенских соборов за утверждение единой веры, Церковь просит их: молите Бога о нас. Архангел Гавриил – один из семи главных ангелов. Имя Гавриил означает на еврейском языке «сила Божия». Архангел Гавриил несколько раз упоминается в Священном Писании как небесный вестник, которого Бог посылает, чтобы возвестить людям свои планы о спасении рода человеческого. Так, Архангел Гавриил несколько раз являлся пророку Даниилу и раскрывал ему тайны пришествия Мессии. Архангел Гавриил явился в храме старцу Захарии и сообщил ему о чудесном зачатии Иоанна Предтечи. Через 6 месяцев после этого он принес Деве Марии весть о том, что она станет матерью Христа. По мнению некоторых отцов церкви, именно Архангел Гавриил укреплял Спасителя во время молитвы в Гефсиманском саду. Он же возвестил Богоматери день ее Успения. В богослужебных книгах церковь именует Архангела Гавриила служителем чудес. На иконах Архангел Гавриил изображается иногда с белой лилией, которую по преданию он принес Деве Марии в день Благовещения. Верующие с надеждой и любовью обращаются к Архангелу Гавриилу и всему сонму небесных бесплотных сил. Молите Бога о нас. Святой архистратик Гавриил – служитель божественного всемогущества. Он возвещал ветхозаветному человечеству о будущем воплощении Сына Божия, вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия, пророку Даниилу возвещал о грядущих судьбах еврейского народа. Архангел Гавриил являлся праведной Анне с вестью о рождении от нее Девы Марии. Архистратик неотступно был рядом со святой отроковицей Марией в Иерусалимском храме, охранял ее во все время земной жизни. Он явился священнику Захарии, предсказав рождение предтечи Господня Иоанна Крестителя. Господь посылал Гавриила к святому Иосифу Обручнику, чтобы открыть ему тайну воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, предупредить о замыслах Ирода и повелеть бежать в Египет с младенцем и Богородицей. Когда Господь перед своими страданиями молился в Гефсиманском саду до кровавого пота, на укрепление его, по преданию, с небес был послан Архангел Гавриил, имя которого означает «крепость Божия». Жены-мироносицы услышали от архистратига радостную весть о воскресении Христовом. Вспоминая в этот день многократное явление святого архистратига Гавриила, Церковь призывает своих чад с верой обращаться в молитвах к великому ангелу. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Прославлять ангелов – наш долг. Они, воспевая Творца, обнаруживают Его милость и благорасположение к людям. Празднуя собор Архангела Гавриила, мы просим Его: моли Бога о нас».
Священное Писание повествует, что перед Богом всегда предстоят семь ангелов высочайшего чина. Об этом свидетельствует книга Тавита, где спутник юного Товии сказал о себе, что он один из семи ангелов, предстоящих пред Богом. И святой Иоанн Богослов в книге Откровения вспоминает о семи начальствующих ангелах, находящихся перед престолом Бога. По именам они перечислены в таком порядке: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Селофиил и Ягудиил, Варахиил. Кто-то может спросить, а почему Бог послал к Пречистой Деве не первейшего из своих ангелов Михаила, а Гавриила, который второй по счету? На этот вопрос церковное предание отвечает, что семь высших ангелов равны по своему достоинству, но у каждого из них свое особенное служение. Михаил – победитель врагов, Гавриил – вестник тайн Божьих, Рафаил – врач недугов человеческих, Уриил – просветитель помраченных, Селофиил всегда молится Богу о людях и людей призывает к молитве. Служение Ягудиила в том, чтобы укреплять людей, трудящихся ради славы Божией. Варахиил раздает благословение от Бога. Михаил всегда должен держать обнаженный меч, ополчаться против врагов и прогонять их. А служению архангела Гавриила свойственно возвещать людям тайны Божии, поэтому именно он был послан с благовестием Пресвятой Деве Марии. В праздник собора архангела Гавриила в храме звучит праздничное молитвенное песнопение «Кандак в его честь». «Небесных воинств архистратик, молим Тебя во все времена, мы недостойные, да Твоими молитвами огради нас, покровом крыльев невещественной Твоей славы. Сохрани нас, преподающих прилежно и вопиющих. От бед избави нас, как чиноначальник вышних сил». По преданию, святитель Иулиан и епископ Киномонийский – это тот самый Симон, прокаженный, в доме которого обедал Христос. Имя Иулиан Симон получил в крещении. Апостол Петр послал святого Иулиана проповедовать Евангелие в Галлию. Святой прибыл в Киномонию – это область на севере нынешней Италии, поселился за городом в маленькой хижине и начал свою проповедь среди язычников. Идолопоклонники сначала слушали его с недоверием, но слова святого сопровождались чудесами, и к святителю потекли многочисленные толпы людей, которым требовалась помощь. Святой Иулиан своей молитвой не только исцелял больных, но и воскрешал умерших. Святителя пожелал увидеть местный князь. У ворот княжеского дворца сидел слепой. Святой Иулиан пожалел его и, помолившись, вернул ему зрение. Узнав о только что совершившемся чуде, князь попросил епископа крестить его. По примеру князя, ко Христу обратились большинство его подданных. Святитель Иулиан скончался глубоким старцем. До конца своих дней он благовествовал о Христе и совершенно истребил идолопоклонство в стране Киномонийской. Святитель Иулиан – подвижник, соединивший в себе несколько образов служения. Святителя миссионера, аскета-молитвенника, попечителя бедных и милостивого чудотворца. Церковь верит, что ныне он предстоит перед Господом и просит его о молитвенном заступничестве. Святитель Иулиан, моли Бога о нас –